Привет, с вами Александр Маринчук. В этом видеоуроке я вам покажу, как играть риф на гитаре в стиле фанк. Сразу говорю, что длинного вступительного текста не будет. Но это чтобы видео было не сильно затянуто. Этот риф состоит из 4 тактов, разберем первые два. Здесь применяются хаммеры. Чтобы исполнить их, нужно средним и безымянным пальцами сильно ударить по второй и четвертой струнам. Чтобы исполнить приглушенные ноты, нужно расслабить кисть левой руки так, чтобы пальцы легко прикасались к струнам. Второй такт начинается с такой фразы. Чтобы сыграть ее, нужно акцентировать каждую ноту. Играйте их очень коротко. После каждой ноты делайте маленькие паузы. Ну, это чтобы не было больших проблем с фанком. После этой фразы встречается pull-off. Чтобы исполнить его, нужно сильно сорвать вторую и четвертую струны средним и безымянным пальцами. Разберем третий и четвертый такты. Первая фраза повторяется. В конце третьего такта и в середине четвертого играйте ноту ля на десятом ладу очень коротко. Сыграю третий и четвертый такты целиком. А теперь я сыграю весь риф в медленном темпе. Но это еще не все. Чтобы фанк, так сказать, качал, нужно придерживаться нескольких правил, которые связаны с ритмом. И чтобы я не рассказывал в каждом моем видео о ритмических особенностях фанка и многих других стилей, посмотрите другой мой видеоурок на эту тему. Ссылка будет в конце видео. На этом мой видеоурок заканчивается. Кому понравилось, ставьте лайк, а кому не понравилось, жмите reset. На этом все. Всем пока. Подожди, не выключай. Подожди.